что кто Барре играет не мастер, тот играет тот. Променять попадает. Спасибо. Так, теперь надо подключиться. Спасибо. Я буду подсматривать, потому что я никак не могу запомнить все эти многочисленные глаголы. Она с глаголами. Она стояла у окна, она стояла у дверей, она стояла на карнизе, на вершине и над ней, на чередях, на остановках, в электричке, вообще где попало. Она стояла и молчала, и качала головой, она стояла и скучала, и стучала ногой. Она стояла на своем, и все любили ее, ей было мало. Она ходила по горам, она ходила по дну, она ходила с белым флагом и ходила на войну. С утра ходила на базар, по вечерам в фитнес-зал и пресс качала. Она ходила с бубей и по дорожке кривой. Она ходила то по краю, то налево, что ой. Она искала свой путь, все говорили, ну и муть. Ей было мало. Она сидела ни за что, мотала срок пару лет. Она сидела, песни пела, ела теплый хлеб. На попе ровно глядя вдаль, снимала с клавиши и вуали начинала. Сидела в закутке на старом пыльном чердаке, на задней парте, на диете и с бокалом в руке, в обнимку с кем-то молодым и на паркете пьяный в дым. Ей было мало. Она лежала на песке, она лежала на камнях, она лежала, соблазняла всех подряд и меня. Она лежала с кем попала, ей внимала толпа, она вещала. Она играла в вышибалы и играла лицом. Она играла роли в фильмах с позитивным концом. Играла в нарды и в очко и побеждала всех легко. Ей было мало. Но из глаголов состояла ее бурная жизнь. Предлогов нет, наречий нет и прилагательных нет, а ей хватало. Но в декабре ей принес орфографический словарь, и был счастливый Новый год и многословный январь. Таким был первый мой роман, точнее первая глава его начала. А в декабре ей принес орфографический словарь, и был счастливый Новый год и многословный январь. Таким был первый мой роман, точнее первая глава его начала. Еще одна песня на стихи Николая Сундеева. Это такой романс, ну, скажем, в некотором роде романс, иначе это называется «Посвящение жене». Возлюбленная или подруга, эта женщина мне суждена. Нам никак не прожить друг без друга. Эта женщина мне суждена. Нам никак не прожить друг без друга. Навсегда с моим телом слилось изваяние этого тела. Абрикосовый запах волос заполняет меня до предела. И какая б ни била волна в нашу лодку, летящую круто, эта женщина, только она мне
не нужна до последней минуты. Эта женщина, только она, мне нужна.